Наша любимая Анастасия Малова. Прекрасная, красивая девушка, безусловно. Подготавливает людей к ЕГЭ. На 97 баллов, кстати, на 97 баллов сама сдала ЕГЭ, напоминаю, да, по обществознанию. Сейчас она нам будет рассказывать о понятии истины. ЕГЭ, истина на ЕГЭ, 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 истина. Ну, у нее, конечно, предрасположенности к философии от слова либо нет совсем, либо она просто совсем даже не пыталась. Но сейчас посмотрим. Это тоже достаточно часто встречается. Хорошо? Хорошо. 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 Но это в конце занятия. А пока мы переходим к самому главному. Что же такое тема истина? Вот, посмотрите внимательно. Истина – это знание, соответствующее предмету познания, отражающееся в сознании субъекта познания таким, каким оно существует объективно, то есть независимо от познающего субъекта. Да, вот самая распространенная теория истины, кстати. Вот насчет этого, да, упрекнуть учебник по обществознанию, ну, нельзя. И хорошо, что здесь только одно это определение. Потому что другие определения истины через другие какие-то критерии кажутся мне более примитивными. Ну, они нет. Не о том, они совсем другие, в общем. Если вы уже учили... Мне не нравится здесь добавление, правда, в виде сознания, субъекта, там, вот это вот все, по-моему, лишнее. Очень коротко можно вырастить истина, это соответствие наших представлений реальности. Все, конец. Дальше можно раскрыть слово реальность, соответственно, как объективно существующее что-то. Окей? Хорошо. Все, замечательно. Что такое наше представление? А представления наши могут быть выражены в двух формах. Там, в словесной форме, вербальной, да, то есть на языке. И образными можно представить. Вот наши представления вот так как минимум выражаются, еще, наверное, какие-то методы можно придумать. Все, как бы, вся структура разложена. Эту тему, наверное, для вас это определение легкое, но в статистическом большинстве определение сложное. Скажите, пожалуйста, кто понимает каждое слово и весь смысл? Ну, по-хорошему упростить можно. Определение слова истина. Я сторонник того, чтобы не понтоваться в процессе подготовки, поэтому если нет, просто напишите нет. Это нормально абсолютно. Мы будем это сейчас разбирать. Если да, вы большие молодцы. Давайте разбираться. Во-первых, вам нужно знать, что истина — это знание. Знание можно заменить для себя словом информация. То есть истина — это какая-то информация. Слово информация типа больше всем знакомо, известно и понятно. Ну ладно. Ну да ладно. Знание — это информация. Слово знание нельзя заменить словом информация, потому что информация может быть ложной. Знание не может быть ложным. Знание — истина. Истина? Вообще истина и знание — это разные термины, еще важно заметить. Да, смотрите. Знание – это обоснованная истина. Истина – это соответствие наших представлений действительности. То есть, смотрите, наши представления могут соответствовать действительности, знаете, каким образом? Типа, жух, и вот, соответствуют, там, я не знаю. Я угадал, что они соответствуют. Вот. А знание – это когда мы уже доказали, да, когда у нас есть доказательство, аргументация какая-то соответствует. Вот. Вот что такое знание. Так что истинные знания немножко разные штуки в данном случае. Потому что... Ну, кстати, истина как термин, она может даже существовать вне теории познания как таковой. Вот термин знание — это чисто из теории познания термин. Ну, истина — истина, она в онтологии истина, и там везде она истина. Которую мы получаем из окружающего мира. Но понятное дело, что это какая-то особенная информация, потому что мы называем ее истиной. Дальше идут, соответственно, признаки истины, признаки вот этой вот информации. Слово «информация» здесь не... No, убери информацию. Информация может быть ложная принципиально. Признаки вот этой вот информации. Во-первых, это такая информация, которая соответствует предмету познания. Вот сначала разберемся вот в этом. Что такое предмет познания? Предмет познания – это то, что мы изучаем. То... что изучаем. В ЕГЭ по обществознанию вы часто можете встретить слово предмет, субъект, объект. Субъект — это тот, кто отвечает, а объект — это то, на что направлено изучение. То есть предмет познания в данном случае — это то, что изучается, то есть познаваемый объект, совершенно верно. Или то, что познается, познаваемый объект. Соответствие — это равенство, да, соотнесение, когда мы одно приравниваем к другому. Получается, что вот в первой части этого определения приветствую, Эйтер. Мы видим следующее. Это информация,
которая равная, такая же, соответствует, я вам стараюсь упростить максимально бытовыми терминами, это такая же информация, которая соответствует информации о том, что мы изучаем по познаваемому объекту. Ты несколько раз повторил одно и то же, давай дальше. Объекте. И получается какая-то ерунда. Слово информация, пирай. Согласитесь, получается это информация, которая равна информации. Ты знак равенства не умеешь использовать. Сорян, подруга, это плохо. Информация, которая равна информации. Про познаваемый. То есть изучаемый. Я и говорю, что информация — это специфичный термин, он даже более тяжелый, чем истинные знания. Истинные знания, они буквально выражаются в двух словах. Слово «знание» — это, ну, собственно, выражается двумя словами для определения. Знание — это доказанная истина. Да, ну, аргументированная истина. Не знаю, вот как-то вот так. Два слова для определения знания достаточно. Для определения слова «истина» достаточно несколько слов. Соответствие наших представлений, ну, даже просто соответствие представлений реальности. Три слова. Соответствие представлений реальности – это истина. Все. Три слова с одной стороны, два слова с другой стороны. Все. Изи. Вы объяснили, вы понимаете, что это такое. Что такое истина, что такое знание. Вы уже находитесь... На высочайшем уровне, в общем-то, осознавания этих концептов. Это очень простые концепты на самом деле. Это очень базовые, это очень фундаментальные, это очень важные, но при этом очень простые концепты. Нет, можно, конечно, там придумывать, что истина — это соответствие там практике, там еще чему-нибудь там. Не знаю, это не противоречивость или еще какое-нибудь говно. Но я вам просто стандартную модель сейчас выдаю, которая вот в большинстве философских учений, она вот так вот и появляется. Вот именно вот это знание, именно вот это истина. В 95% случаев в любой религии, в любой философии вы будете сталкиваться именно с такими определениями, и вы будете видеть, что люди работают именно с ними. Если человек агностик, он, скорее всего, уверен в том, что истина, она вот именно в этом смысле недостижима. То есть ни один агностик вам не скажет, что истина недостижима, при условии, что типа нельзя составить непротиворечивую теорию. Ну, смотря какую теорию, какой масштаб эта теория будет иметь, скорее всего, непротиворечиво. Что-то непротиворечивое с точки зрения логики составить, ну, пиздец как легко. Более того, составить что-то соответствующее практике тоже пиздец как легко. Просто вообще понятие агностицизм, которое относительно истины как раз и формируется, да, относительно знания и истины. А вообще, вот такое определение, как агностицизм, не имеет никакого смысла, когда мы говорим о других определениях истины и знания одновременно с этим. Вот. Информация — это вроде сведения, имеющие смысл в каком-то контексте. Так это многофункциональный термин, который употребляется в разных терминах, в одном смысле там в программировании, в другом смысле в других дискурсах. То есть здесь мы можем вообще подходить немножко по-разному к слову «информация», насколько я понимаю. Но я здесь не специалист, ничего не могу сверху добавить. Как я это понимал в свое время, я как-то так об этом думал. Давайте напишем это... Ой, это проще слово. Бог создает истину! Аминь. Изучаемый объект. Так ты слово «объект» и «предмет» путаешь. Ну, не путаешь, в смысле, ты их используешь как взаимозаменяемые. Это, наверное, иногда можно. Это можно, как бы, да, взаимозаменять здесь. Окей. Допустим, объект-предмет, если вы не в ВУЗе находитесь, в целом допустимо заменить. Можно. Для упрощения, для школьников. Окей. Только я не вижу никакого смысла заменять, потому что лишний раз путаем человека и... ну, как бы, вводим слово «предмет», слово «объект», там еще что-то вводим, да, то есть несколько терминов сразу в одном флаконе. Получается, это какая-то информация, которая равна информации. Сложно, да? Think about it, блядь, это информация, которая равна информации. Сложно, блядь? Да пиздец, сложно, действительно. Я согласен. А можно попроще? Вот мы сегодня будем дальше еще разбираться с тем, как именно это работает. А пока давайте... Ладно бы ты еще сама разбиралась, как это работает, тогда бы мы, может быть, и разобрались. Причем здесь еще важно заметить, что вот то определение, с которым мы сейчас имеем дело, оно, скорее всего, опять же, ну, судя по огромному количеству внутри вот этих вот слов, субъекты, объекты, познания, существует объективно, независимо от познавающего субъекта, блядь, это марксисты, скорее всего, наебашили, или кто-то около того, какие-то наши советские марксисты ебанули такое определение, короче, удлинили его раз в 5 и бахнули туда кучу интересных слов, которые вам теперь надо запоминать, чтобы вы просто вот заранее поняли,
поняли, почему оно такое длинное, почему я привел короткое, почему они приводят длинное, и почему это, в принципе, одно и то же, просто немножко в другом контексте. А, контекст здесь действительно, ну, более, чуть-чуть более такой вот узкий. Давайте попробуем нижнюю часть определения тоже разобрать, чтобы у вас какие-то вводные данные появились. Итак, это также знание, которое отражается в сознании субъекта, объекты познания такими, какие они существуют объективно, то есть независимо от познающего субъекта. Все еще сложно. Ты чем больше читаешь, тем сложнее становится. Вы пока здесь слышите, видите меня? Я уже устал, уже душ. Согласна, согласна. Но давайте все-таки попробуем разобраться. Когда ж ты попробуешь разобраться? Анастасия, может быть, на консультацию запишитесь ко мне? Может быть, я вам помогу разобраться? Ну, блин, я понимаю, что основная цель, на самом деле, здесь просто выучить это определение в этой формулировке. И эта формулировка крайне громоздкая, она неудобная для обучения. Приоткройте окно, если слишком душно. Итак, смотрите, что такое сознание? Не надо, пожалуйста, про сознание. Ну, давайте просто без сознания. Причем здесь сознание употребляется, ну, в значении, опять же, скорее всего, марксиста. Потому что, опять же, это, блядь, сознание в это определение могли запихнуть, ну, не только марксисты, конечно, но они в том числе. Она сейчас будет нам объяснять, что такое сознание. Это в моем сознании. Сознание – это высшая функция головного мозга. Ну, это не доказано, кстати, это неизвестно. Особенно если мы философию копаем, ну так вообще нет. Спасибо, прекрасный проект. Большое спасибо вам. Сознание – это сознание, информация – это информация. Ну, блин, нет, серьезно, у нее есть талант к объяснениям, когда она понимает, в чем идет речь. Она нормально рассказывает. Но просто философию она вообще нет. Нет, вот вообще даже не читала даже, ей его просто вообще не интересно. Она пытается что-то объяснить, вроде я слышала слово «истина», вроде я слышала слово «сознание». И так далее, так далее, так далее. Грубо говоря, у нашего мозга есть разные функции. Ну, там, не знаю, там кровь бегает. Охуенный пример, давайте. Я не знаю. Ну, там, например, кровь бегает. Блять, у мозга есть разные функции. Например, там кровь бегает. Чё? И сознание там тоже бегает, я полагаю, да? Вот такие функции мозга. Вот вы как кровь убегаете, прекрасный творец. Как кровь просто. Наверное, да. Нейрончики как. Наверное. Они работают. А еще у нашего мозга есть такая функция, которая называется сознание. Круто, чё? Отлично объяснила, прояснила ситуацию. Теперь другое дело. То есть у нас в голове, грубо говоря, есть воображаемый отсек всей той информации, которую мы анализируем, понимаем, сохраняем. Стоп, то есть воображаемый отсек, он именно что воображение организуется. То есть, да, сначала существует воображение, а потом на его базе формируется сознание, правильно? Я не понял, что она сейчас говорит. Она, по-моему, просто себя закапывает в данном случае. Я не знаю, зачем она пытается выдумывать какие-то фишки вот эти вот прикольные. Типа, там, воображаемый отсек у нас внутри в голове, это сознание. Это какие-то, блядь, усложнения дикие. Вот просто не трогайте сознание, ребят, да. Смиритесь с тем, что люди очень странно употребляют вот это слово сознание, да, ну и просто проходите чаще всего мимо. Не надо пояснять в 99% случаев. Люди вас почти всегда, может быть, и не так понимают. Но если вы не можете, даже если вы сами не можете пояснить, что такое сознание. То есть сознание — это одно из тех слов, которые мы все вроде бы как бы понимаем, но на самом деле никто его одинаково не понимает, и у всех вот проблемы с трактовкой этого слова. Просто, блядь, пройди мимо. Да понятно, Шуе, это понятно, но она пытается объяснять. И текст готовил Антон Кузнецов, вопросы, так Антон Кузнецов шарит за философию сознания, по крайней мере, современную. Я, может быть, с ним и... То есть, я, может быть, и не очень согласен с современным аналитическим дискурсом, так скажем, но он один из тех, кто сейчас работает над данной темой активнее всего. И там, в принципе, сознание действия и феноменологическое сознание, нормальные термины они, в общем-то, предоставляют. Ну, типа, с ними можно работать, как минимум.
И в тех терминах действительно можно пытаться объяснить, что такое сознание. И люди плюс-минус, да, понимают под сознанием, ну, нормальные, адекватные философские люди, которые разбирают, пытаются разбираться в данной теме, обычно под сознанием понимают что-то такое, что, ну, скорее схоже с феноменальным сознанием. Вот. Но все же там у них еще есть отдельные разделы, там про сознание, действия, там еще про что-то. Но это уже свои тусы у аналитиков веселые. А она из этого просто хуйню какую-то делает. Да, она каждый раз, когда речь заходит о сознании, делает какую-то ебалу безостановочную. Это просто странно. Это просто странно. Ну, типа, ну не трогай ты слово сознание. И все. Запоминаем и так далее. В сознании есть память, например. Это тоже. А, ну точно в сознании? А как ты это изучила? Что ты взяла, что в сознании есть память? Это функция определенная. Стоп, а может память отдельно от сознания? Может есть отдельно сознание, отдельно память, и они друг с другом взаимодействуют? А может быть и нет. А что ты взяла? Так вот. Я еще попишу о чем-нибудь. Так она запутывает, да, она плохо объясняет, она запутывает ситуацию, потому что она сама не понимает, что она объясняет и зачем. Сознание субъекта. Отражающееся в сознании субъекта. Грубо говоря, у нас есть что-то в окружающем мире. Цветочек. Похоже на деревце, но это цветочек. Вот, у нас есть цветочек. Это, например, объект познания. Объект... Так, по-моему, школьнику просто и надо заучить это определение и не выебываться. Познание. Потерпите, знаю, что сложно. Потерпите, знаю, что сложно. Так нет, это просто на самом деле... То есть, для того, чтобы человек просто понял, что такое истина и что такое знание, ему достаточно дать определение, одно из которых состоит из двух слов, другое, которое состоит из трех слов, соответственно. Все, конец. А вот это вот длинное определение просто заучить и наизусть. Конец. Цветочек – объект познания. Для того, чтобы мы назвали информацию, которую вот про цветочек есть какая-то информация. Информация. Какая информация? Ну, Вячеслав, вот именно 2-3 слова определения из 2-3 слов, оно проблемным является потому, что человеку, который сдает обществознание, ему нельзя договорить такие определения. Для него это будет слишком просто, ему это не засчитают. И поэтому единственный выход, да, для того, чтобы человек понял, что такое истина, ему надо дать это определение из 3 слов того, что такое истина. А потом его заставить заучить вот это более громоздкое, потому что, ну, чел, ты иначе не сдашь, сдавай. Короче, бери, сдавай, и вот его заучи. Вот что оно означает, соответствие твоих представлений реальности, как оно на самом деле устроено. Как это в философии проявляется? Ну, например, допустим, вот фильм «Матрица». Смотрел фильм «Матрица», допустим. Да? Вот когда ты в «Матрице», твои представления действительно реальности не соответствуют. Потому что те иллюзии тут вокруг летают, всякая вот такая вот ерунда, она тебя, в общем-то, запутывает. Все это неправда, все это ложь. Мы в «Матрице», и все дела, да? Но когда мы выходим из матрицы, допустим, вот мы видим, как мир устроен на самом деле, это уже может претендовать на истину. Ну, по крайней мере, мы не знаем, претендует это на истину или нет, и в каком смысле претендует. Если мы наивные реалисты, мы, например, скажем, что выйди из матрицы, и вот испытывая определенные восприятия, мы наблюдаем реальность, как оно есть, и значит, мы наблюдаем истину, получается, да, тоже в некотором роде. Но, правда, большинство людей с этим не согласится, большинство людей в философии и не наивные реалисты, хорошо это или плохо, но оно вот так вот устроено, да. Может быть, про цветочек. Мы можем его понюхать, вкусный запах, да, мы можем его пожевать, возможно, мы можем там, не знаю, увидеть его цвет и так далее. Про цветочек есть какая-то информация и на чувственном уровне, и на рациональном уровне. То есть мы можем посмотреть на цветочек и сказать, ага, это нарцисс, ровно как и множество людей вокруг. Так вот. Так, ладно. Окей. Окей. Это какая-то информация про познаваемый субъект. Что значит отражающееся в сознании? Это значит, у нас есть человек? У нас есть человек. Подбородок это мой. Человек. Это губы, простите, это губы. Красиво получилось. Простите. И у человека есть головной мозг. Чё такой маленький, лол? Чё такой маленький, подруга? Это он не такой маленький, простите. Человечек изучает мир. Изучает. И если человечек достиг истины, то есть... Блин, она только усложняет, при этом используя какие-то дебильные определения. И человечек, у человечка есть мозг, и ещё сложнее и сложнее всё делает. Моё почтение. Познал истину, узнал истину. Тогда у него в голове... Информация про цветочек в его сознании
будет ровно такая же. Не получается нарисовать цветочек. Будет ровно такая же, как в окружающем мире. Так. Не получается. Логику поняли? То есть, если при изучении окружающего мира про какой-то, про то, что мы изучаем, есть какая-то информация, и мы полностью ее изучили, всесторонне, тогда в нашем сознании эта информация такая же, как на самом деле в окружающем мире. А если она такая же, значит, мы достигли истины. И, наверное, возникает вопрос, а когда можно не достичь истины? И как вообще это работает? Дело в том, что истина – это как будто 100% информации про цветочек, о котором мы с вами говорим. Но разве... Ну, смотря в каком контексте воспринимать. Если мы даем определение через... Ну, есть просто понятие отдельно абсолютная истина. Вот это вот тогда 100% информации. Ну, правда, не про цветочек, а вообще про все в мире. Мы с вами знаем, где эти 100% информации. Мы можем предполагать, что мы достигли 100% информации. Но, возможно, это не 100% информации. Возможно, это всего лишь 50%. То есть, возможно... Вот есть перед нами ромашка какая-то. Think about it, короче. 50%. То есть, возможно... Сейчас мы посмотрим этот момент еще раз, мне понравился. Вот есть перед нами ромашка какая-то. Ромашка, блядь, допустим, есть перед нами. А вдруг это не ромашка, блядь, это 50%? А хуй, ладно, прошу прощения. А вдруг это, блядь, не ромашка? Надо проверить, надо исследовать. Какая-нибудь, да? И вот мы ее изучаем, изучаем, изучаем. Ой, блядь. Блядь, пиздец, это круто, это шедевр. Вот есть перед нами ромашка какая-нибудь, да? И вот мы ее изучаем, изучаем, изучаем. Изучи мою ромашку, пожалуйста, Анастасия. Анастасия, изучите мою ромашку, будьте добры. А вдруг она не ромашка на 50%? Как вам такое? Давайте проверим на истину. Изучаем много лет и думаем, ну все, ромашку... Кто, блядь, цветы вот так вот держит? Что это за хуйня вообще? Изучили, ну а как просто? Как круто. Просто все про нее знаем. А через пару лет выясняет... Блин, как же, какой же сексуализированный контент, ужас. Что на самом деле... Это был хуй. Меня обманули. Меня обманул цветочник. У ромашки есть еще какое-то свойство. Например, оказывается, ромашка лечит что? Лечит диарею. А? Знали про это? А непонятно, может, так зачем она... Зачем она кулак? Что она делает, боже мой? Зачем она это делает? Это ужасно. Так она в рамках ЕГЭ все правильно говорит? Нет. Она из одного определения, которое просто надо заучить, она просто вот эту всю хуйню вытворяет. Понимаете, в чем дело? Она делает очень сложное, дурацкое объяснение понятия истины, даже того понятия, которое она разбирала. То есть мы можем быть сколько угодно не согласны с исходным понятием. Мы уже оговорки все сделали по поводу того, как оно там в ЕГЭ есть, и почему это на самом деле слишком сложно, и откуда даже это пошло, да, мы уже вывели. Тут проблема заключается в том, что она и это определение пытается еще усложнить со своей ромашкой, с вот этой вот штукой вот всякой странной. Есть? Вот, то есть по сути... Из ромашки высосала, Максим, не из пальца, из ромашки. Истина – это 100% знание про что-то. Ну, а почему 100%? Что вообще 100% про что-то? Потому что мы всегда можем сузить объем нашего рассмотрения. Ну, я не знаю, например... почему 100%? Почему она в процентах измеряет? По-моему, знание в процентах не измеряется в данном случае. Какое-то 100%, 50%. Зачем она придумала эти проценты?
Ну, можно попробовать, конечно. Есть там пробабилисты, про, как они там называются, ну, которые про вероятности, про probability, короче, пробабилисты получается, да. Приветствую, гуру Лохима, да, согласен. Есть, короче, ребята, которые могут оценивать истину в вероятностных характеристиках. То есть, ну, это отдельное течение внутри философии. Там, не знаю, как раз академики, платоники средние, которые были, типа, скептиками, но которые вот как раз вот и оценивали истину с точки зрения вероятности. Вот. Ну и уже более-менее современные, наверное, аналитические преимущественно философы, логики в том числе, которые тоже занимались такими же, собственно, делами, тоже присутствуют. Досконально мне, в общем-то, непонятно, что за проценты она достала. Но проблема в том, что мы не знаем, где эти 100%. А у кого проблема? Ну, в смысле, кто эту проблему здесь нам обещает? Там Кант, Маркс, Гегель, еще кто-нибудь. Я просто не до конца понимаю, о чем она в данном случае говорит и какому дискурсу она в данном случае апеллирует. Какие-то проценты, мы не знаем, вот это вот все. Потому что мы можем чего-то не видеть в силу того, что у нас там ограничения. А из того, что мы видим, ну, наверное, будет там, не знаю, 100% знания относительно того, что мы видим, я не знаю. Особенно если мы воспринимаем это с точки зрения наивного реализма, например. Потому что важно еще, какую методологию мы принимаем и какая у нас, в общем-то, исходная позиция относительно данного предмета познания. Потому что, может быть, знание вообще не заключается в наблюдении. Ну, просто потому что для многих философов, вообще-то, типа там платоников и многих других, кто из платоников следовал, познание это не то, что следует из эмпирического опыта. И из наблюдений, например, да, познание может носить истинностные характеристики, даже, ну, с точки зрения логики, например, быть непротиворечивым, там еще каким-нибудь. А, возможности наших органов чувств. То есть человек там не может видеть за 10 тысяч километров своим невооруженным взглядом. Так тема легкая, Ильяс, там определение буквально, буквально из трех слов состоят, если проще выразить. Правильно ведь? То есть у нас есть ограничения по возможности нашего чувственного аппарата. Мы не до всего можем дойти головой, да. Если вы когда-нибудь увлекались математикой, то вы, наверное, видели, что мы вот изучаем фигуры на плоскости, изучаем фигуры в объеме, есть двухмерное, трехмерное, а есть еще четырехмерное пространство. И чтобы понять, что такое четырехмерное пространство, мозг ломается, потому что мы не думаем так, мы не живем в четырехмерном пространстве. Да, ведь мы здесь в трех мирах. Физики просто такие. Просто физики такие. Бля. Лол. Такие. Пиздец. А, ладно. Ну, окей, окей, короче, окей, окей. Ну, про, не в пространстве, правда, у них время является четвертым измерением в данном случае. Количество мер, оно может измеряться по-разному. Не только по пространству, ну да ладно. У нас координаты. Наверное, могу ошибаться. Зачем ты вообще об этом говоришь? Зачем ты тратишь время своего контента, да, очень важного, по объяснению термина простейшего? Логику поняли? То есть, любой предмет в окружающем нас мире имеет какие-то свойства, какие-то характеристики, и, грубо говоря, эти свойства и характеристики и информацию про любой объект в окружающем нас мире мы можем представить как 100%. Когда мы первый раз видим этот предмет, мы начинаем его изучать, 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 и говорим: «О, я достиг истины!» Ну, есть что я такое. Понял этот предмет на 100%. Ну, блин, она рассуждает про понятие истины как просто норме с рандомной с улицы, и это довольно грустно. И это не нужно на самом деле. Ребят, просто учите определение. Все, закончили. Да? Возможно, это действительно так. А возможно, есть еще что-то. Все, отлично. Мы живем в четырехмерном, но в четырех... Ну, давайте, ладно, давайте честно. Конечно, философия, она не разбирается, но я бы ей дал, как говорится. Ага. Спасибо большое, Хова, но даже вот эта фраза достаточно сложная. А я не преподавала профильную математику уже лет 5. Она еще профильную математику преподавала, ребят. Все, это понятно? Понятно. Давайте теперь разберемся с чем? С тем, что такое истина и какая она бывает. Вот объективно или субъективно, как вы думаете?
Что такое объективно и субъективно? Объективно – это то, что не зависит от моих желаний, потребностей, интересов. Оно вот такое, какое есть, а не такое, как я подумала. А субъективно, например, твое субъективное мнение, да? Например, я считаю, что самый красивый цвет – это белый. Это мое субъективное мнение, кому-то может так не казаться. Вы молодцы. Истина действительно бывает только объективной и не бывает субъективной. В этом ну да. И смысл истины. Вот истина, про которую мы говорим, она объективна. А зачем это вообще введено? Потому что это стопроцентная информация, которая не зависит от наших возможностей, от наших интересов, не зависит от того, что я хочу и не хочу. Она такая, какая есть. Если вы вдруг верите в Бога, то она такая, какой ее создал Бог. Если вы верите там... Это квиз. В инопланетный замысел создания Вселенной, то истина такая, какую ее создали инопланетяне. Проблема в том, что мы не знаем до конца, кто все создал вокруг. Да? Поэтому верующие говорят, что полная истина, абсолютная истина доступна только Богу. Если вы верите во что-то другое, то многие, например, говорят, что абсолютная истина недостижима, то есть вот эти 100% информации. Если бы мы были на 100% уверены, что весь мир создан каким-то гражданином А, то вот этот гражданин А бы знал, что такое истина. Но, к сожалению, мы не гражданин А, да? Мы не Господь Бог, и поэтому мы говорим, что истина, она вот такая, какая она есть, 100% информации, она может быть только объективна. Хорошо. А субъективная – это тоже же истина, но она не про... Но она пытается, на самом деле она пытается сейчас выкрутиться. Она поняла, какая хуйня, в общем-то, в ЕГЭ по обществознанию написана. Она, видимо, поняла только что. И пытается сейчас, ну, истина-то она еще и субъективная бывает. Она только что по определению, ну, то есть сказала, что не может быть субъективной. А, она читает комментарии вроде, ну, сейчас посмотрим. Правильные комментарии в чате. Нет. Субъективная... А, ладно, она прочитала комментарии. Это не истина. Ну да, окей, допустим. Когда что-то субъективно, это не истина. Знаете, какое есть хорошее выражение? Вам на подумать просто. Вот истина одна, а правды много. Потому что правда – это субъективное восприятие миром человека. Для меня правда может быть вот это, а для другого человека вот это. Но вот истина одна у всех. Одна для всех, мы за ценой не постоим. Поняли? Истина всегда, если уж вы на то пошли, формулировка правильна. Не может быть субъективной истины. Прям даже писать так нельзя. Она... Ну не, типа писать можно. Писать-то так можно. Смотря что мы понимаем под этими словами. То есть мы определение, конечно, менять можем, если нам сильно захочется. Ну да ладно. Она точно не субъективна. Но из того определения, которое было дано, ну очевидно. Хорошо. Дальше движемся. Истина также бывает абсолютно относительно. Бля, вот она и обосралась. То есть, если истина бывает абсолютная и относительная, но уже что-то со 100% знания, как-то она такая, смотрите, взгляд такой, ёбаный в рот. Все, что я говорила до этого момента, касалось абсолютно... Все, что я говорила до этого момента, хуйня, ребят. Просто хуйня ебаная, забудьте все, что было до этого момента, буквально. Потому что оказалось, что еще и относительная истина бывает. Помните, я про 100% говорила? Полная хуйня, просто забудьте. Абсолютные истины. Поняли, блядь, я все про абсолютную говорил. Я вам тут объясняю про истину, я начну, то истина делится на абсолютную и относительную. Я вам просто про одну рассказывал, про абсолютную. Вот. Но она обосралась, она даже чувствует, что она обосралась. Смотрите, вы просто посмотрите. Все, что я говорила до этого момента, касалось абсолютной истины. Да, смотрите, как она лицо скорчила, ну явно. Она явно поняла, что она обосралась сейчас. Она такая, ну блять, я же обосралась, но надо как-то сейчас выкрутиться. Надо как-то, ну выкрутиться, короче, потому что, ну блять, ну лол, ну что я сказала, какую глупость. 100%, какие-то вот эти вот все. Абсолютно истина, это те самые 100%, которые... А зачем нам 100%, если, ну, она абсолютно, это полное знание? Невозможно опровергнуть. Моб-сайхо 100%. Да, который полное знание.
которая исчерпывающее знание. То есть... Ну, ребят, но зато она красивая. Все. Больше, чем это, не может быть. 100%. А относительная истина – это та истина, которую мы еще не до конца изучили. Например, это там, не знаю, 80% информации. То есть это процесс постижения истины. Секунду назад. Истина не может быть на 50%. Истина не может быть на 50%. Не может быть на 80%. Не может быть там на 10%. Неожиданно. Она говорила это буквально, а потом такая... Упси, я что-то ошиблась. Как такое может быть? Поняли, приняли? Нет. Нет, блядь, не поняли, не приняли. Давайте посмотрим про абсолютную и относительную истину на примере. На примере. Ну, кстати, реально Шуя, может быть, она никакого отношения к этой презентации не имела вообще. Кто-то ей эту презентацию сделал, она просто прочитала и попыталась пояснить. Пример. Что? Погнали. Итак, это малыш утконосик. Да? Вы слышали что-нибудь про утконосов? Утконосы – удивительные создания. Они вылупляются из яйца, и поэтому, когда их когда-то нашли ученые, ученые сказали, ну, братишки, это птица, она же из яйца вылупляется. Но потом они продолжили утконосов изучать и увидели, что утконосики, которые вылупляются из яйца, потом пьют материнское молоко. А? Прожорливые какие. И тут, и там успели посидеть. Так вот, дело в том, что на первоначальном этапе ученые сказали, да, то есть идет процесс изучения утконоса. Я не знаю, в каком году это все началось, но вот процесс изучения утконоса. Допустим, в 1900 году... Чем допускать? Ученые увидели утконоса и говорят, это птица. Потом они изучают утконоса. И такие, не-не-не, утконос это все-таки животное млекопитающее. На самом деле у них даже есть отдельный отряд. Тогда скажите, пожалуйста, то, что утконос птица, это какая истина? Это чуть не проговорилась. Это вопрос с подвохом. Ты проговорилась, блядь, буквально, в смысле, чуть не проговорилась. Ты реально проговорилась, Анастасия, что ты делаешь? Это заблуждение, блядь, я чуть не проговорилась, чуть не ответила вам правильно. Так а где пример с относительной истиной? Это вообще не истина. А где пример с относительной истиной? Ты нам хотела пример с относительной сказать. Это заблуждение. Дело в том, что когда мы изучаем какой-то объект познания, мы иногда приходим к ошибочным суждениям. Да? И вот эти ошибочные суждения... Да забудьте вы про субъективную. Субъективную вообще нельзя ни при каких обстоятельствах использовать. Вот, как это, словосочетание «субъективная истина» не бывает. Не надо так говорить, это неправильно. Ну, вообще плюс-минус, да. Так вот, в процессе изучения окружающего нас мира, да, иногда мы приходим к верным выводам, а иногда к не... А относительную покажи нам истину, пожалуйста. К верным. А иногда к ошибочным. Да. Тогда к ошибочным. Когда мы приходим случайно к неправильным выводам о том, что утконос – это птица, тогда вывод, который случайно, да, получился неправильным, мы называем заблуждение. И говорим, мы заблуждались. А? Что же в таком случае относительная истина? Вот то, что утконос вылупляется из яйца, это 10% информации про утконоса. Зачем эти проценты, блядь? Нахуй тебе эти проценты, убери проценты. Нахуй проценты просто. И это правильные 10% информации. Убери нахуй эти 10%, они ничего не проясняют. И это правильные 10% информации. И вот это будет относительной истиной.
То есть относительная истина, она тоже истина, она тоже правильная, просто не на 100% правильная. Понял? Она очень, если она экономист, то если, наоборот, если она экономист, значит, нифига не экономит наше время. Логику. Утконосы действительно вылупляются из яйца. Утконосы действительно пьют материнское молоко. Мамы утконосихи. Да? Но они не птицы. Поэтому вот утконос птицы – это заблуждение. То, что утконос вылупляется из яйца – это относительная истина. И то, что утконос млекопитающее, мы предполагаем, что это абсолютная истина. Хотя, возможно, мы дальше это опровергнем. В смысле, знание того, что, ну, млекопитающее, да, знание того, что утконос млекопитающее, это 100% знание об утконосе она имеет в виду. Стронг. Мысли просто сильнейшие, на мой взгляд. То есть, когда мы узнали, что, соответственно, утконосы питаются молоком, соответственно, и помимо этого обладают другими свойствами, ну, похожими на свойства млекопитающих. Они являются особым отрядом, да, однопроходные, так называемые. Вот в тот момент мы узнали всю истину про утконосов, 100%. Я правильно понимаю? То есть это абсолютная истина. И мы уже сейчас думаем, что это абсолютная истина, а может быть потом нет. Ладно, бывает. А может, не опровергнем. Поняли, при... Нет, не поняли, не приняли. Я не понимаю, что ты объясняешь. Какие-то проценты. Какая-то хуйня. Что происходит? Баллы на ЕГЭ с форматом «я заблуждался» нельзя будет исправить, к сожалению. Вот. Что же тогда такое ложь? Особенно неприятно, когда это глагол, да? Что такое ложь? Ложь – это специальное неправильное суждение. То есть, если я вам сейчас скажу, сдать ЕГЭ на 90+ невозможно, это будет ложью. Это будет ложью. То есть, ложь – это когда мы специально вводим в заблуждение, скажем так. Заблуждение – это когда мы… Но тут с ложью есть еще один небольшой нюанс. Человек, в принципе, может не знать истину. То есть человек может быть уверенным в том, что что-то устроено таким образом каким-то. Например, человек уверен, что утконос – птица. И вдруг его спрашивают, а кто такой утконос? А он говорит, ну, млекопитающее, допустим. Он нам солгал в данном случае. Потому что на самом деле он выдал не ту информацию, которую он считает верной. Понимаете, в чем дело? И это принципиально важно. Ложь здесь сложнее как концепт. Сложнее, чем заблуждение. Заблуждение – это когда мы просто считаем что-то верным. А ложь – это когда мы, соответственно, считая что-то верным, возможно, заблуждаясь, а возможно, не заблуждаясь, кстати, да, искажаем еще и эту информацию дополнительно, переводим ее в другое состояние в какое-то, да, то есть либо недоговариваем, либо переговариваем, додумываем, либо вообще противоположное что-то выражаем. Это уже ложь. Ну, нечаянно ошиблись, потому что наши возможности познания ограничены, мы не все понимаем, не все знаем. И мы, кто мы-то? Я здесь один сижу. Истина – это как бы 100% абсолютное знание. Например, утконос – это млекопитающий. Абсолютное 100% знание. Вообще никаких вопросов. Типа 100% об утконосе. А вы знали, что... Видео называется 100% знания об утконосе. И просто слово «утконос млекопитающее». Воу. Но если мы пока только частичку этого знания раскрыли, то это относительная истина. Да, и тут в данном случае получается, что знание о том, что утконос млекопитающее, по твоим же собственным высказываниям, будет относительной истиной. Ты дала определение относительной истине. Ну, а и сказала, что утконосы равно млекопитающее абсолютная истина. Как? То есть, помимо того, что утконос млекопитающий, у него больше ничего о нем знать нам не нужно, например, все, 100. Да. Но относительная истина все равно правильная. Да? Она может корректировать. 100%. Знание об училке. Она родилась из пизды, пишет, что ей 10%. Она пьет молоко 90%. Ну все. На 100% познали училку. Мое почтение, пацаны. Познание училки прошло успешно. Больше ничего о ней знать не нужно. Наука, короче, складывает свои полномочия дальше.
Посмотрите, не полная, не точная, но в любом случае здесь нет формулировки неправильная, здесь нет ошибки. Может, мы не до конца уточнили что-то, но это в любом случае правильное, верное суждение. Вот и все. Отлично. Ну и, соответственно, охуенно. Возникает вопрос. Неужели с каждым... А как бы могло быть проще без всех этих примеров? Как бы могло быть лучше без всего этого пояснения? Ну, то есть, если бы она всего этого просто не говорила, было бы хорошо. Нормально, было бы приемлемо. Было бы допустимо. Явлением, которое ученые открывают, они вот так вот мучаются. Это заблуждение, это ложь, это абсолютная истина. Ну, так же можно кукухой по... Да, вот так вот и происходит. Едут кукухой, ребята, один за другим. Поехать, правильно? А кому это нравится? Никому не нравится. Поэтому ученые, к сожалению, не только они, но еще философы. Чё, это наезд только что был? Ты не охуела ли, подруга? К сожалению, не только они, но еще и философы, блять. Пиздец, мразотство. Мне нравится. К сожалению, не только они, но еще и философы, ребят. Как вам такое? А ничего, что почти все эти критерии истины придумали философы? К вопросу, да? Вот соответствие законам логики. Какие ученые придумали то, что ваша истина должна соответствовать законам логики вообще? Как? Кто это придумал? Ну, философы. Были возможные критерии истины. Что такое возможные критерии истины? Это предполагаемые, да, признаки, по которым мы можем отличить истину от заблуждения и лжи. Ну, кстати, то, что практика является критерием истины, ну, это вообще тоже философы придумали. Простота и экономичность формы, кто у нас придумал? А, собственно, Оккам придумал, великий философ, известный, популярный, средневековый. Соответственно, фундаментальным законам. Ну, вот это, может, кстати, уже такие философы, натурфилософы, которые были плюс-минус ну, в дискурсе научном, которых мы сейчас считаем учеными. То есть те натурфилософы, которых мы сейчас называем учеными. Вот. Поняли, приняли? Да, особенно про сожаление о философии. Почему то, что он вылупился из яйца, не абсолютная истина? Если мы ставим вопрос, как то, что он вылупляется из яйца, ну, это факт какой-то. То есть мы это увидели? Ну, ладно, если мы берем только утконос вылупляется из яйца, это абсолютная истина. Но мы же изучаем всего утконоса. И у него есть много разных признаков, свойств и функций. Каждая отдельная функция, которая 100% доказана, она может быть абсолютно истиной. Но мы же говорим, что утконос вылупляется из яйца, пьет материнское молоко, у него перепончатые лапки, он сверхагент, секретный агент в фильме, как там, Куфилшмерцбагастен Корпорейтен, как, Финис и Ферб, вот, вспомнил. Это я не смотрел, кстати. Вот, то есть это все отдельные единички информации, но мы же изучаем объект в целом. Хорошо. Итак, если мы говорим с вами про возможные критерии истины, давайте сначала обратимся к первым трем, я объясню их вам. Давай. Они похожи друг на друга, потому что... Да ну. Потому что многие ученые и философы приходили, в принципе, к одним и тем же выводам. Так, к сожалению. Философы, к сожалению, а ученые, видимо, к счастью. Просто называли эти критерии, эти признаки немножечко по-разному. Итак, соответствие законам логики. Что такое логика? Это когда знание, полученное ранее, не противоречит знанию, которое получено сейчас. Если, да, одно не противоречит другому, то это логично, а значит, это подходит. Если из одной информации появляется следующее, то это подходит. Также истина – это то, что соответствует законам, которые были открыты ранее. Здесь имеются в виду законы не правовые, да, здесь имеются в виду законы мироздания. И фундаментальные законы – это базовые законы мира. Значит, что скажу сразу, это очень важно, прям очень. Вам не нужно будет пояснять, что такое законы логики, что такое фундаментальные законы и ранее открытые законы. Вам просто нужно понять логику, да, почему оно так.
Ну, грубо говоря, если мы до этого решили, что абсолютная истина – это то, что 2 × 2 = 4, то следующие законы не должны этому противоречить. Если мы в точке А назвали… Ну, 2 × 2 = 4 – это не закон. Это конкретное вычисление в данном случае. Ну да ладно. Или что-то истинной. Истина. И это реально истина, а не заблуждение. То то, что мы... Ее в суде на дебаты с Василом, лол. Мы узнаем дальше, в точке Б. Оно не должно противоречить точке А. Оно не должно опровергать А. Если А стопроцентная истина, то А не должна противоречить... Ладно, окей, все верно. Б. Поняли логику? Окей. Научные законы входят в фундаментальные законы, разумеется. Грубо говоря, когда вы начинаете изучать геометрию, вам говорят, что есть так называемые аксиомы геометрии. Аксиомы геометрии – это те суждения, на основании которых строится вся геометрия, изучаемая в школе. Согласно которой через две точки проходит только одна прямая, через три точки можно построить плоскость, да, прямая разделяет плоскость на две полуплоскости и тому подобное. Логика понятна? И вот когда вы эти аксиомы изучаете, когда вы дальше строите треугольник, у вас треугольник не должен противоречить аксиомам раньше. Треугольник тоже должен лежать в одной плоскости, которая построена через три точки. Треугольник тоже, каждая его грань должна, не грань уж как это, сторона треугольника должна проходить через две точки, не больше, потому что это линии, по сути, это прямые. Вот. Это 1, 2, 3. Еще раз, пояснять отдельно каждый не придется, но нужно понимать логику, вот, про аксиомы геометрии. Простота и экономичность... Понятненько. ...формы, это, знаете, такой, опять же, видите, это философы, это... Да тут все философы. ...возможные критерии истины. Я не особенно с этим согласна. Я не особенно с этим согласна, это философы. Поняли? Но считается... Да? Считается. Ну, считается, ребят, считается. Я не особо с этим согласна, но считается. Что знание, которое будет истинным, оно будет максимально очевидным и простым. Нет. Те теории, которые мы предлагаем, должны быть максимально просты и не, соответственно, не нарушать бритву Оккама. Подруга, ты ебанулась. Ты как бы... Опять кринжу дала, короче. Смотри, в чем фишка. У нас есть бритва Оккама. Не умножай сущности без необходимости. Почему вообще ученые взяли это на вооружение? Потому что таким образом удобнее теории отрабатывать. Понимаете, в чем дело? У нас есть вся совокупность фактов. Огромная, сложная совокупность фактов. И мы берем все эти факты и объясняем их самым простым образом. А потом пытаемся этот самый простой образ опровергнуть, фальсифицировать, соответственно, да? Вот, у нас происходит фальсификация, опровержение самой простой теории. Мы потом берем, приветствую Акира, еще одну простую теорию предлагаем, и она тоже опровергается. Еще одну простую, соответственно, теорию берем и опровергаем. Причем простые теории чаще всего опровергнуть легче. Чем сложнее теория, тем у нее сложнее с фальсифицируемостью. Вот. И в этом плане следовать от простого к сложному, ну это и Кортезий предложил в своей методологии, плюс ко всему, да, да и ученые, в принципе, подхватили, и не зря подхватили на самом деле. Потому что если бы они не следовали по бритве Оккама, то есть если бы они не следовали от простого к сложному, от составления, от составления и опровержения простых теорий к сложным, ну, я думаю, мы бы сейчас немножко другие представления имели, даже совершенно другие представления о мире. Ну вот, так считается. Считается, что когда мы дойдем до истины, мы все как будто прозреем, мы такие типа... Ну да, так оно и есть. Вот это простота и экономичность формы. На самом деле то знание, которое стопроцентное, оно для нас будет супер простым, супер понятным, очевидным и объяснит многое в мире. И практика. Практика — это значит, что в последующие годы этого не будет опровергнуто. Если мы сейчас говорим, что А — это стопроцентная истина, то это должно сохраниться и через 1 год, через 2 года, через 3 года, через... Да, именно об этом данный критерий практика, блядь. Это же не то, что в нашей теории должны соответствовать практическим нашим наблюдениям и результатам разным, да, и да. Это должно постоянно работать, понимаете? Как человек диплом писал? В дипломе есть категория, да, собственно,
Как там она называется? Я уже не помню, как она точно называется, но она даже у нас у философов была. Сейчас я ее дословно вам расскажу, как она выглядит. Сейчас я подручную. Смотри, моя диссертация всегда под рукой. Ой, моя диссертация перевернутая. Сейчас я ее переверну в нормальном виде. И, соответственно, ну, введение, есть отдельная глава, про подраздельщик, который называется. Так, терапевтологический это, бла-бла-бла, бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу, ту-ду-ду-ду-ду. Теоретическая и практическая значимость работы. Ну вот. Практическая значимость работы как таковая, даже у философов, у всех остальных тем более, у экономистов, там, у юристов тем более должна быть. То есть буквально в каждой работе, даже теоретической, есть какие-то, в общем-то, намеки на то, как она должна плюс-минус использоваться практически. В 99% случаев это, конечно, просто намеки. Ну и как минимум она не должна, эта теория, ваши предположения, они не должны противоречить уже существующей практике. Ну и желательно, может быть, как-то иметь возможность претендовать на описание будущей практики. 4 года и так далее. Логику поняли? Если да, пожалуйста, плюсики в чат. То я, видимо, вас чуть-чуть это самое загрузила. Все, отлично. Давайте тогда попробуем решить номера. Я буду сразу объяснять, вы можете писать в чат ответы. Истина носит объективный или субъективный характер? Нет, потому что субъективного не бывает. Критерием истины можно отнести соответствие законам логики. Да, такое есть. Истина – это знание, соответствующее предмету познания. Да, так есть. Так оно и есть. Единственным источником истины является соответствие ранее открытым законам. Нет, потому что не единственным. В некоторых случаях истина носит субъективный характер. Никогда. Никогда. Поэтому 2-3. Норм. 2-3. 4 не подходят. Ой, я неправильно все сделала. Простите. А, вот, все правильно. Да, 4 не подходит, потому что не единственным. Там же больше критериев. Дальше. Объективность означает зависимость истины от условий и места. Наоборот, объективность – это когда как раз-таки ничему не зависит ни от чего. Не зависит ни от человека, ни от человечества. Да? То есть объективность – это, грубо говоря, независимость ни от чего. Критерием истины может стать согласие авторитетного источника. Вот это важный момент. В учебнике Котова-Лесковой, в пособии для подготовки к ЕГЭ, Котова-Лескова возглавляет предметную комиссию по обществознанию, в этом учебнике есть формулировка, что соответствие авторитетному ученому. Это неправильно. То есть в учебниках даже создателя ЕГЭ по обществознанию есть ошибки. С этим нужно быть осторожнее. И вот... Wow. Как раз-таки номер 2, он неправильный. Относительно истина может... Кстати, интересно. Не, ну вообще, в принципе, критерий истины может быть стать согласие авторитетного ученого. Ну, конечно, нет. Но просто тут к вопросу. Если это в учебнике написано, ну, пиздец. Может быть опровергнуто последующими научными исследованиями. Относительное – да. Да. Абсолютное – нет. Может. Вот эта формулировка может быть опровергнута, для относительной подходит. Четвертое. Вячеслав спрашивает, критерием истины разве не может быть все что угодно? Ну, много чего может быть критерием истины, на самом деле. Тут к вопросу о той философской школе, с которой мы исходим, когда постулируем, а что у нас за критерии истины. Но здесь приводятся именно научные критерии. Причем забавно, что она еще философов решила поунижать. Несмотря на то, что она перечислила исключительно научные критерии. Вот это самое поразительное и подозрительное. Практика может выступать критерием истины. Да. И соответствие законам логики ранее открытым законам – это примеры критериев истины. 3, 4, 5. Как вы... Так, до скольки там? 36, 36. Друзья, не забываем донатить на видео 36, 50. Этому учебнику? Ну, нужно знать больше, чем только учебник Котова-Лесков. Лол. Ну, она не права, Дмитрий.
Все, что могу вам сказать. Полностью раскрыть трудно будет. Именно поэтому я говорю про подготовку с кем-то, потому что на самом деле в учебниках много противоречащей друг другу информации. А почему в учебниках много противоречащей друг другу информации, во-первых? А почему в них вообще есть информация, которая противоречит материалам, собственно, ЕГЭ? Это же непозволительно, на самом деле. Это просто принципиально непозволительно. Это кринж. Это груз. Не, это кринж. Это кринж полный. Ну вот, вот так вот. А, пункт 3 не подойдет для абсолютной истины. Вы совершенно правы. Пункт 3 подходит только для относительной истины. Ой. Неполное знание. У меня везде ответы написаны, да лол. Знание. Относительное, исчерпывающее, то есть максимальное, абсолютное, неизменяемое, абсолютное, неточное, относительное, соответствует определенному времени, относительное. 211-22.